Судя по последним интервью Энтони Джошуа, он смирился с тем, что его могут лишить одного из титулов. Как известно, у AJ есть два обязательных претендента – Александр Усик от WBO и Кубрат Пулиев по линии IBF. Если Джошуа откажется выходить с одним из них на ринг в следующем бою, то, скорее всего, потеряет пояс. Впрочем, издание WBN считает, что Джошуа добровольно даст титул WBO Александру Усику, с которым он выступает под знаменами промоутерской компании Эдди Хирна «Matchroom Boxing». Издание предполагает, что Джошуа подерется с Усиком после боя с победителем реванша Уайлдер Фьюри. По мнению журналиста, если Джошуа победит, то сразится с украинцем за звание абсолютного чемпиона. Если же Джошуа проиграет, то поединок с Усиком даст ему шанс стать трехкратным чемпионом мира. Тренер Эдди Рейноса дал некоторую конкретику насчет потенциального чемпионского боя Сауль Альварес Билли Джо Сондерс. По его словам, если соперником Канело станет именно британец, бой однозначно пройдет в его весе и за его титул. Это будет второй средний вес. Сондерс уже не может укладываться в лимит среднего. В следующем бою будем драться в среднем или во втором среднем, но если соперником будет Билли, то однозначно второй вариант. К тому же у Сондерса титул WBO. Посмотрим, как все сложится. Нам нужны непростые соперники. Геннадий Головкин присоединился к команде компании Snack, производящей спортивное питание и добавки. Со Snack уже сотрудничают такие боксеры, как Дэниел Джейкобс, Майки Гарсия, Дмитриус Андрейд и Сергей Деревяченко. Компания имеет собственный центр спортивной подготовки в штате Калифорния. В своем инстаграм-аккаунте компания представила Triple G, опубликовав совместную фотографию с самим Геннадием и его тренером Джонатаном Бэнксом. «Мы рады приветствовать чемпиона мира IBF и IBO Геннадия Головкина в команде Snack Strong». Геннадий Головкин спустился с гор. Сегодня он начал 10-дневный предварительный лагерь на объектах Snack в Сан-Карлосе, Калифорния, где он находится под руководством Виктора Конта и его команды. Чемпион IBF и WBC в полусреднем весе Эрл Спенс ответил на недавний выпад Теренса Кроуфорда в свой адрес. Сейчас Эрл вернулся к тренировкам и намерен провести защиту титула весной. «Звучит хорошо. Это первый раз, когда я слышу твое дерьмо в соцсетях. Не веди себя как босс. Будто топ-рэнк не управляет твоим дерьмом. Мы с твоим хозяином Бобом обсудим, что необходимо для организации боя. Бой состоится не в Твиттере». Портал BoxingNews24.com считает, что после того, как третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом отложится на неопределенный срок, у мексиканца осталось не так много вариантов для следующего боя. У Канело действительно остается не так много хороших вариантов, чтобы привлечь подписчиков на DAZN своим следующим боем. И это проблема. Если Канело останется в 175 фунтах, он может встретиться с Артуром Битрибиевым, Александром Гвоздиком или Дмитрием Биволом. Но в любом из этих схваток Сауль будет обречен на поражение. Он не собирается драться с этими бойцами. Организаторы поединка между россиянином Артуром Битрибиевым и китайцем Мэном Фанлуном не собираются отменять бой. Ранее сообщалось, что Битрибиев может отказаться от обязательной защиты пояса IBF, потому что не желает проводить бой на территории Китая из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров. В случае отказа Битрибиева от защиты, титул, скорее всего, будет объявлен вакантным, и бой за него проведут Мэн Фанлун и британец Джошуа Буатси или немец Доминик Бузель. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.